Сегодня мы узнаем, что влияет на память воды и как жестко вода может реагировать на неразумные действия человека. Деградации даже целой нации, то есть эрозии может происходить. В мертвой воде есть польза. Мертвая вода лечит. Что может запоминать вода? И почему ее называют разумной субстанцией? Вода как разграничитель живого и мертвого. С помощью воды можно продлить жизнь человека. Одновременно это великое таинство. Но мы всегда должны помнить, что вольное обращение с водой может быть фатальным для всего человечества.